Ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Порядка 500-600 военных Азербайджана все еще находится на территории Армении. Об этом в четверг, 20 мая, на заседании правительства заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян, передает канал 13. Логика действий вооруженных сил Армении – тактическими действиями ограничить потенциал действий азербайджанцев. В политическом смысле наши действия следующие – не позволить, чтобы ситуация вышла из-под контроля, сделать максимум для предотвращения военного столкновения, достичь того, чтобы азербайджанские вооруженные силы покинули территорию Армении, отметил Пашинян. Видать, у Пашиняна короткая память, раз он забыл о том, что азербайджанские военные на деле доказали, что они находятся на своей территории. Накануне в социальных сетях было опубликовано видео, свидетельствующее о том, как наши военные гонят в трешеи так называемых защитников Сюника. Азербайджанские военные крепкими пинками под зад выдворили самозванцев с территории Азербайджана, как говорится, идти гуванькими. Давайте, перед тем, как сидели, пожалуйста.